Итак, с нами Владимир Коваль. Только что закончилась игра Тип-Топ против Плимфронт. Тип-Топ победил в очередной раз, правда, не с таким уверенным счетом, всего лишь 2-1. Володя, что скажешь по игре, что получилось, что запомнилось? Ну, я чуть закипел, получил желтую, это запомнилось, перед Васей извиняюсь. Ну что, все получилось, много не забили, не забил пенальти. В общем-то, по игре все хорошо, как обычно, все сыграли. Отлично, немножко расслаблено, поэтому не забили все моменты. А так, в общем-то, все отлично. Я надеюсь, мы будем чемпионами. Осталась одна игра, в которой надо выиграть. Ну, в принципе, сейчас на данный момент отрыв довольно-таки большой от всех. Уже никто не догонит. Уже, в принципе, можно поздравить с чемпионом. Но надо всегда выигрывать. Надо всегда выигрывать. И забивать больше. Ну, куда уж больше того. Ну, сейчас мне 2-1, надо больше. Счет, в принципе, на табло. Победа, она и есть победа. Значит, Володя, у соперника, у Плимфронт, кого сможешь отметить? Ну, я отметил, в общем-то, вот такого вот вратарь. В общем, такой-то командных действий у них сегодня не было. Вот. Поэтому вратарь все тащил, что летело в ворота. Ну, в общем-то. Все, вратарь лучше у них. Все, понял. Спасибо, Володя, за комментарий. А, в принципе, встретимся в кубке, я так понимаю. Первая команда там, с последней. Там тоже выиграли. Ну, ангелы всегда непредсказуемы. Все, понял. Спасибо тебе за комментарии. Увидимся.